Вот самое высокое в мире почтовое отделение. Слушай, это, наверное, сарлык. Выглядит совсем не так, как она звучит. Такая. Ты бы в какую сторону побежал? Будем искушать. Как бы я считаю каноничными вот такие вот строения. Неважно, религиозного или культурно-бытового. Содержание. То есть ты считаешь, что мир должен был застыть? Ну, во времена. Для того, чтобы привлекать к себе, да. Ну так он, в принципе, здесь вполне гармонично. Мобильное фекалирование мы видим здесь. Таким, мне кажется, что мир должен уметь сохранить музейные ценности, но при этом не застревать дальше. Это слишком прогрессивен. И это, как сказать. Прогрессист, короче. Пожить в этих условиях. Неделю запросто. Не-не-не. Еще раз. Ты не остаться в живых играешь игру. Смотри, какие штуки. Ты играешь под свет. Простите. А, это не ты. Это эти доски. Так, а вот самое высокое в мире почтовое отделение. Please remove your shoes. Thanks. Post office. Hello. Hi. 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 Opa. So it's a post office. Yes. Do you have postcards? Yeah, they have. Yeah. They have. And what is the postcard? I didn't go postcard. Хотите ли вы отправить открытку? Я не знаю, хочу ли я отправить ее, но я ее хочу, наверное, купить. Не, надо отправить. Дайте вспышку, пожалуйста. Тут темновато. Ну, я в курсе. Что еще есть? Сейчас Дима все систематизирует, он же инженер. Возможно, автоматизирует это отделение почтовое. Ну, это только для развития по инерции, случайно. Возглавит его и разрушит изнутри. Так, ну я хочу вот эту, наверное. Не знаю, что это.
это на нас орлык. Орлык. Как вам этот крик цикад? Ну, в принципе, просто, если кто не видел цикаду, она довольно мерзкая насекомая. Выглядит совсем не так, как она звучит. Такая. Спортивная тихая охота за грибами в Гималаях. Масленок. Обыкновенный червивый. Большой. Вот. Здесь под кустом мы видим, что их тут довольно такие. Ага. Вот. Ну и есть какие-то вот еще другие грибы. Вот это тоже масленок. А вот это вот фиг его знает. Со странной красной ножкой. Тоже, в принципе, на масленка похож. Ну такую ножку я раньше не видел. Тут их довольно много. Обычная сыроежка. Классическая. Так, в Красноярске. Мы находимся на высоте 2200 метров. Кругом лес. В основном сосны. И вдруг начинается чей-то сад. Немного мокровато. Хорошо, что тепло.